Всем привет, вы на канале Автобонус Групп, а мы в Азии Микс. Так, сегодня в Азии у нас Kia Rio, вот она. Уже наверху, потому что мы меняли сайлентблоки и балки. Но сегодня видео не про это. Мы вам покажем, как меняем сальник задний. Ню, наговорил всякую вообще. Задний сальник коленвала. Колеса мы уже сбросили, защиту скинули. И вот мы видим, как здесь все течет. Дальше мы отстегиваем рычаги. Точнее, не рычаги, а отсоединяем поворотный кулак. Вот он, от амортизатора. Отсоединяем суппорт и подвешиваем его, чтобы не оторвались шланги. Отсоединяем шрузы. Масло при этом не вытекает. Опускаем машину и начинаем отсоединять проводку, трубки. Ну и, конечно, верхние болты. Итак, во время откручивания всего постепенно откручиваем саму коробку. Сначала снизу болты, потом ее опускаем, начинаем отсоединение трубок, проводки и верхних болтов, чтобы туда-сюда машину не дергать. Шкив коленвала ключом на 22 подкручиваем. И в это отверстие выкручиваем на 17 болты крепления бублика. Все, осталось у нас несколько болтов. Сейчас мы подпираем одной гидростойкой мотор, другой коробку и откручиваем остальные болты. Верхние откручиваем с помощью лестницы, точнее, стремянки. Снимаем коробку с направляющих, которые на двигателе, и опускаем их.
Итак, оказалось, что это не сальник коленвала, а течет заглушка масляных каналов. Пробег на машине 41 тысяча, это считается как бы болячкой этих моторов. Это прям с завода, все эти заморочки. Но раз мы сняли коробку, сальник мы все равно поменяем. А заглушка просто подтягивается. Открутили фальш-маховик, к которому крепится бублик. И что видим? Видим, что сальник не течет, а масло текло именно с заглушки. Вот так вот вокруг, сюда. И вот оно у нас сюда капает. Сейчас мы, кстати, вам покажем, что она не прикручена. Все, вставили шестигранник на 10. Смотрите, и пытаемся ее затянуть. Полтора оборота точно было. Вот видите, с завода идут вот такие вот заглушки. Итак, сальник на месте, заглушка затянута и с герметиком. Ну а теперь приступаем к обратной сборке. Остались вопросы, задавайте в комментариях. Всем пока!